снова в комплекте. Допустим, ты встал рядом с классной тачкой. О чем ты будешь думать? Сколько она стоит? Может, за сколько разгоняется до сотни? Я скажу, о чем думаю я. Я вижу потенциал. Вижу острую грань контроля. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Да. Скоро буду. Повеселимся немного. Прокатимся немножко в MVS Payback. Ох, друзья, мы на крутой тачке и походу работаем на босса. И никуда не суемся. У меня на радарах такая скорость есть, руки чешутся запостить. Не каждый день можно погонять на уировский ДВ-11. Да, друг мой, это реально крутая тачка, и можно погонять, посмотреть, на что она способна. У нас есть расстояние, у нас есть время, и нужно доставить эту тачку к боссу. Подставные гонки — это не наш конек. Нам нужны честные гонки и, конечно, срубить много денег, чтобы купить свою тачку и подняться с самых низов. Ух, дрифти маленько! Обалдеть! Управление довольно легкое на этой машине, она чувствуется, что не очень тяжелая и не очень легкая. И довольно комфортно. Обалдеть! Можно по прямой где-нибудь добавить на нитро? Вот тут по прямой можно! Ох ты да! Обалдеть! Проскочили по ходу на красный, нужно повернуть направо. Ну что скажешь, могу дать тебе его номер. Не, бро, спасибо, пока номер мне не нужен. Пока сидим спокойно на теплой заднице. Так, налево. У нас 2 минуты и 5 километров 500 метров. В принципе, неплохо идем. Можно переключить камеру, но у меня поворот налево. Нужно вложиться в него. Так, и посмотрим, конечно, какие есть камеры у нас. Конечно, из кабины у нас не будет. Как, в принципе, всегда МФС, из кабины у нас нету. 90 направо будет. Ух ты, да, еще раз нужно было. Нет, ручником нужно еще, конечно, уметь пользоваться. Есть радары, и там будет показана максимальная скорость, как я понимаю. Осталось 4 километра, и, в принципе, нормально идем. У нас есть нитро, можно добавить по прямой. А вот на встречке нитро, кажется, будет добавляться гораздо быстрее. Нет, даже не добавляется. Так, поворот налево, довольно серьезный поворот. Осталось 1,5 минуты, и осталось 2 километра 700. Скоро приедем уже к боссу. Довезем тачку и, конечно, наверное, поедем домой и посмотрим, как мы живем. Ну, я думаю, так бы. Так, нам налево. Тайлер, слушай меня. Я сейчас твой единственный друг. Ты отомстишь Наварро, я верну тебе свою машину. Но сперва набери терпение. Походу все нас предали и мы остались в одиночестве. Направо, и мы практически приехали, осталось 300 метров. И еще раз налево, и уже финиш. Наварро, какого черта? Часики тикают, Лир. Или продашь казино, или мы его заберем. Отлично, поболтали. Хорошо покатался, Тейлор? Сейчас не время, парень. Когда сдавать карты, говорю я. 6 месяцев прошло. Вылезай. Если хоть чуть-чуть помял мою машину, поставлю тебя водить мусоровоз. До завтра, герой!
Все, Тай, пора ехать домой. Заеду быстренько домой и сниму этот тупой костюм. Да, друзья, как я и говорил, мы прокатились на крутой тачке, и мы нам показали разрабы самую плохую тачку. Она вся в царапинах побита, и это наша колымага. Будем подниматься с низов и поехали домой. Отправляйтесь домой 3 километра за 2 минуты. И, кстати, у нас даже есть нитро. Довольно неплохо. Ух ты, да, ну 200 даже не выжимает, эта малышка, это ужас, это реально ужас, и нам придется гонять на этой тачке, что ли? Я даже не представляю, как это будет смотреться. Можно послушать музыку и любоваться прекрасной погодой. На таких скоростях чем еще заниматься? А вот и копы. Копы гоняются по ходу за крутыми гонщиками этого города. Но, кстати, мы едем позади. То есть мы впереди и не сможем догнать на своей колымаге. Разрабы сделали это, наверное, специально. Мы поглотали маленько пыль. Обалдеть. Но я думаю, в дальнейшем пыль будет глотать уже копы. Нашу пыль от наших колес. Нам налево и 200 метров практически приехали домой. Это Тай. Я насчет уличных гонок. Дай мне тот номер.